Вы знаете, что сегодня по церковному календарю память преподобного Иоанна Лествичника. Слышали ли вы когда-нибудь или нет? Слово «лествица» на славянском языке в переводе на русский означает «лестница». Лестница. И этот человек написал такую книгу, которая… Он жил где-то в VI веке примерно. Написал такую книгу, которая стала затем, как мы сейчас выразились, таким словом ужасным иностранным, бестселлером на все времена, не только для тех, кто были монахами, но и для всех тех людей, которые интересуются вопросами духовной жизни. Ведь это же действительно вопрос самый такой важный, который, к сожалению, всегда остается у нас где-то в стороне. А ведь действительно каждый человек стоит перед проблемами, которые, может быть, он и не называет духовной жизнью, а на самом деле они являются таковыми. Знаете, вот сейчас, перед тем, как к вам идти, книжки листаешь, и профессора, они уже все наизусть знают, поэтому им не надо читать. Они только листают что-нибудь, дадут и откроют какой-нибудь талмуд там стостраничный, и что-нибудь посмотрят туда одним глазом. И вот сейчас я посмотрел «Мифы народов мира». Такие, знаете, книжища, вот такие два тома огромные. Так, и вдруг там обратил внимание на следующий, так сказать, эпизод, который остался в истории. Геракла все мы знаем. И оказывается, один из софистов Древней Греции, который жил давно-давно, за 2500 лет до нашей эры, был такой софист-продик, написал некую аллегорию. Правда, интересно, аллегорию написать, которая называлась «Геракл на распутье». Вещь эта настолько интересная, что Иоганн Себастьян Бах уже в свое время написал специально кантату на эту именно тему. Ну, кто, если есть влюбленные в Баха, то, может быть, они когда-нибудь и слушали ее. Если не слушали, может быть, заинтересуются. Вообще-то Баха иногда послушать неплохо. Да. Правда, его очень любят математики больше всех. Так вот, что это за аллегория, что там интересного и любопытного, на что пришлось просто невольно обратить внимание. Когда Геракл повзрослел, стал юношей, и когда уже пора было отправляться ему на подвиги, а, как известно, он совершил потом 12 таких подвигов, что весь мир ахнул. И вот когда он вышел на подвиги, то вдруг он встретился с двумя прелестными особами. Каждая из них была прекрасна. Каждой из них очень хотелось понравиться Гераклу. Геракл-то хорош тоже был. Не думайте. Как же их звали? Очень интересно. Одну звали Аретия. Аретия. Кстати, почему нас сейчас не называют этим именем? Вообще было бы очень здорово. Аретия – значит добродетель, добро. Другую звали гораздо привлекательнее. Ну, что добродетель? Ну, это немножко скучновато, правда же? Добродетель. Но за другую звали гедония – наслаждение, само наслаждение. Ну, аллегория повествует о том, что все-таки Геракл отверг гедонию и выбрал Аретию. Но ситуация-то какова? Посмотрите, как древние мифы часто при всей их внешней сказочности, правда, сказка, которую может прочитать человек в любом возрасте, чуть ли не от нуля и до бесконечности, и каждый что-то поймет свое. Насколько в то же время во многих мифах древних народов заключены глубочайшие идеи, глубочайшие не в смысле глубины и непостижимости, а в другом совсем смысле, в том, что они заглядывают в самую глубину души человеческой. Вот и здесь то же самое. Перед чем стоит человек как в начале своего пути,
так скажу вам и дальше, и до гробовой доски. Каждый стоит у нас, каждый из нас перед выбором. Только и знаем, что выбираем – аретию или гедонию, арети или гедони, добро и истину, или плевать на это все добро. Мне главное – наслаждение. Вот сейчас, миг. Правда, через мгновение уже его не будет наслаждения. Это все бы знают. Прекрасно. Оно длится всего недолго. Даже, кажется, самые счастливые минуты жизни, к сожалению, даже и они, быстро проходят. Вот, оказывается, то основное, перед чем каждый человек останавливается, причем независимо, если хотите, даже от своих, ну, я бы сказал, убеждений. Религиозный, нерелигиозный. В душе каждого человека есть то, что именуется разумом и совестью. Вот то, перед чем стоит все человечество в лице каждого человека. И очень печально, когда мы не задумываемся над этим. Почему печально? Дело-то вот в чем. Что если бы просто так этот выбор касался просто выбора того, другого, независимо от последствий? На самом деле здесь этот выбор определяет колоссальные последствия для человека. Для нерелигиозного здесь, хотя и для религиозного, скажу тогда, не только здесь. Потому что таким образом, этим выбором формируется духовное начало человека. К чему он стремится? Что он хочет? Ведь когда мы говорим о духовном начале, то о чем мы говорим в конечном счете-то? О чем? Что определяет духовность человека? У одного из замечательных писателей нашего времени, ну, правда, это конца прошлого уже столетия, конца даже прошлого тысячелетия, если хотите, это звучит гораздо более сильно, да, иеромонаха Серафима Роуза, есть такие замечательные слова. Он говорит, что есть духовность высокая, которая поднимает человека над обыденностью его жизни, над этой суетой, мертвечиной, часто всякой грязью и так далее. И есть духовность падшая, которая, напротив, погружает человека в самую грязь, самых негодных вещей, которые, и это очень важно, мучают человека. Очень любопытно, что даже вот такой писатель, как, ну, психолог, я бы сказал, а не просто писатель, Юнг, который, вы знаете, очень много потрудился в области психологии, какое-то время был учеником Фрейда, который очень много написал по вопросам психологии бессознательного, то не случайно он, человек, в общем, нерелигиозный, написал такие удивительные строки. Строки это примерно таковы. Я говорю примерно, потому что наизусть я не учу стихотворения, вы знаете, даже не стихотворение, тем более, прозу не учу. Да, он высказал следующую потрясающую мысль, потрясающую для, я говорю, нерелигиозного сознания. Человеческое сознание не может долго мириться с аморальностью. Это обязательно в конечном счете приводит человека к глубочайшим падениям, искажениям, ранам, мы бы сказали, скорбям, то есть травмам, и тут он уже дошел до своей специализации, и психическим повреждениям. Человеческое сознание не может долго мириться с аморальностью. С моральностью, прежде всего, конечно, в себе, еще об этом, не может долго. Это приводит к патологиям во всех планах. Это разрушает человеческую психику даже так. Вы знаете, у него эта тема раскрыта достаточно
достаточно хорошо, но я думаю, что это было бы чрезвычайно интересно бы проследить на научной даже литературе, проследить вот этот факт и показать бы его во всей силе, показать бы прежде всего где? В школах. А моральность – это гвоздь, который человек вбивает в свое живое тело. Фактически, когда мы говорим о выборе том же Геракла, это хороший очень сюжет, хороший миф, то фактически, прежде всего, человек оказывается перед лицом выбора мировоззрений. Именно мировоззрений, то есть взгляда на смысл своей жизни. В чем же он заключается, этот смысл? Ну что, в искании наслаждений или в искании добра? Правда же вопрос? Правда. И действительно, это вопрос серьезный. Ведь представьте себе, если нет Бога, нет души, да, нет никакой вечности, то что я выберу? Ну, почему я должен выбирать добродетель, скажите? Ну, действительно, это почему? С какой стати? Почему я должен творить добро кому-то такое? Почему я не должен жить только в свое гедонии, наслаждение? Почему? Они же умрут, все эти люди. Вечности нет же. Так же, как и я. И все умрут. И все человечество умрет. Об этом говорит не религия совсем, а наука, что все человечество ожидает смерть. Жизнь на Земле прекратится, по крайней мере, человеческая жизнь. Человечество, как биологический вид, смертно. И один из академиков написал даже такую фразу, что это кончина человечества, как биологического вида. Он сам, этот академик Моисей, был неверующим человеком. И эта кончина ожидает его не когда-нибудь, а уже в середине 21 века.